Ну что, дорогие казахстанцы, хочу вам сказать, вот, мы Асхату, Кайрату, Абаю, Абаю, Диане и Нуяну Уласпеку купили передачки. Вот вы, наверное, задумываетесь, спрашиваете, куда уходят деньги. Вот, две недели один раз мы привозим вот так большими-большими пакетами. Вот, от комару для ну, разные. Все мы это, у нас уходит на это 2-3 дня. Хочу вам сказать, что эти люди, они не просто так сидят. Они не какие-то бандиты. Они ничего не воровали. Они сидят просто за свободу своей. Они сидят за то, что они дали отпор этим нашим властям и не побоялись сказать правду. Вы думаете, вот этих людей вы отобрали свободу? Нет. Эти люди еще сильнее стали. И в них есть вот эта внутренняя свобода. Вы физически отобрали эту свободу, но у них есть. Эту свободу никто не отберет. Понимаете? Внутренняя вот эта. Они свободные люди еще больше. Вот хочу вам донести это и сказать. Казахский народ, я вам хочу сказать, что помогите своим братьям, которые сидят там. Помогите им семьям, детям, которые остались без отцов. Матери остались без дочерей своих, которые сидят там за закрытым стеной. Хорошо? Вот здесь они сидят. Или кто может, поддержите. Сделайте передачу или поддержите финансово детей, которые остались без отцов. Поддержите семьи активистов. Блин, знаете, что я хочу сказать? Знаю, что немало вам осталось власти, немало вам осталось. Как Советский Союз упал, так и вы упадете скоро. Ничего не вечно, понимаете, да? Давайте, казахтар, держитесь, мы сильный народ, мы свободный народ.